О данном факте уже проинформирован ДВД Актюбинской области, Кызылординской области, а также РОВД Иргизского района. На место происшествия для поиска браконьера выехала следственно-оперативная группа Иргизского района, а также Актюбинский опорный пункт западного регионального филиала РГКП «Охотзоопром». С момента обнаружен туш, охрана усилилась, инспектор состава выполняет совместно оперативные мероприятия, направленные на установление причин.